крутое, очень простое. Вот оно какое племя молодое, а рулит и жжет, не любит отстоя. Йоу-йоу-йоу, и все такое. А мы, как пином Ньютона, слишком сложны. Мы живем в ожидании волны. Случайно заметил отдаление лета.
Нет, слушай, вот я тебя попросил новые песни какие-нибудь подготовить как раз. У нас сотворчество — это обычно те люди, которые приходят не первый раз, они стараются что-то новенькое принести, чтобы нам это было интересно. Ты хочешь, чтобы я сейчас спел? Ну, если у тебя есть сейчас, вот, потому что еще есть, конечно. Я просто как стеснялся. Давай споем новую песенку. Да, потому что я просто, кто первый раз, дело в том, что когда у нас начинает автор ходить регулярно, да, то слушать одно и то же как-то надоедает, сами понимаете. Понимаю. Поэтому просим приходить с чем-то, ну, что-то новое, да. Вот. Вот Алексей Красков. Песенка называется «Аниме». Сейчас. Сейчас. Где-то выключу. Сразу начинается второй круг, у нас просто, чтобы осталось время достаточно для обсуждения, это что-то у нас такой центр.